очередные ужасы нашего городка. О чем я хотел с вами поделиться? Вот смотрите, вот я хотел вам вот эти скворечники показать. Они никому не мешают. О чем я, собственно? Вот смотрите, вот эти все, вот эти вот входы, вот эти вот безобразные, да? Это все официально зарегистрировано в администрации там местного района. И, конечно, никаких претензий к этому нет. Мне вот к этим скворечникам, которые вот здесь якобы портят где-то облик города, архитектуру города, как мне постоянно говорит местная администрация, вот эти вот... Вот этот ужас ничего не портит, потому что все официально зарегистрировано. Потому что, когда переводилось в нежилое помещение, вот эти вот все квартирки на первых этажах, все заплатили куда следует. Я оформлял, значит, покупку больше 15 лет назад. Естественно, тогда все это было, ну и у меня и нежилое было, мне не надо было никому платить. Поэтому я открыл. Сейчас администрация требует с меня срубить колонны, которые стоят на входе в мой клуб, которые со дня постройки этого дома были, ну то есть больше там 60-70 лет. Естественно, доказать все это уже невозможно. Вот это никого не волнует, а вот мои колонны обязательно нужно снести. Они прям настоятельно требуют какие-то указы, штрафы какие-то выносят мне. Вот, собственно, это мысли. Слух, просто гуляю по городу и наблюдаю вот за этим ужасом нашего городка. Вот это вот никому не мешает. Вторая серия. Прям следующий дом. Просто я редко хожу пешком. Поэтому, когда с этим сталкиваюсь, ужасом, мне становится смешно. Вот это все подписано в архитектуре городской. Это все узаконено. Вот это все законно. А естественно, раз законно, значит, никаких претензий нет. Вот даже пандус есть у ломбард. Видали такое когда-нибудь? Вот такой пандус. Вы представляете, вот это? На тележке кто-нибудь сюда заедет. Строго в масках, все по закону. Понятно, о чем речь. Вон, видите, вот там колонны какие-то вот огромные стоят. Вот они, лень просто туда идти, честно. А мне выписывают штраф вот за эти две тумбы. То есть я их просто взял и железом оббил, ну, для дизайна. Теперь они мне постоянно требуют их срубить. Представляете, эти тумбы были здесь всегда. Ну вот, чтобы вы поняли, там, скорее всего, вот такие вот два шара на них стояли, вот как вот эти вот тумбы. Они напротив, симметрично стоят. Вот здесь вот шары железные. Здесь, по всей видимости, они тоже эти железные шары когда-то стояли. Но вот это вот им мешает. Вот за это они мне выписывают постоянно штрафы. И постоянно приходят сюда с какими-то постановлениями.